Это Гел! Всем привет, друзья! Вы на канале Мишани 2.0, я Папаня, рад вас приветствовать на нашем канале. Ребята, подписывайся на канал Мишани 2.0, ставьте лайкусики, нажимай на колокольчик и пиши свое доброе слово в комментариях и также вступай в клуб, который называется Папаня. Я недавно выбил Гела, друзья, я всю ночь не спал, я все квесты прошел. Давайте я вам расскажу про свой путь, как я это все дело прошел. Итак, друзья, для того, чтобы мне было дойти до какого-то хоть уровня, мне пришлось очень сильно постараться. Итак, смотрите, что происходит. Я на 22 уровне забираю свой ящик 45 золота. Итак, очки силы так прибавляются ко мне. Идем дальше, открываем. Где мы получаем? У меня еще на пути два ящика больших. Открываем 67 золота. Так, 3 предмета, 0 предметов остается. Поехали дальше сверху, который брал пасы, может быть, мне повезет. И что-то выбью, 50 золота. Нет, 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 ну почему? Ну, на Фрэнке хоть неплохо, очки силы я зарабатываю. И это довольно неплохо, я хочу Фрэнка прокачать по максималочке, чтобы было у меня фулл. Пришло время открывать бокс. Нажимаем, ребята, на бокс, который на 25 уровне. Давайте, что там? И... два предмета, да что ж такое, а хочется, все же есть шансы выбить Гела, не доходя до 30 уровня. Я каждый день прохожу разные квесты для того, чтобы я мог пойти... Ай-яй, МС, я дошел, у меня 8000. Ребята, у меня 8000, это мой как бы рекорд, и я буду дальше его добивать. Я каждую ночь прохожу квесты, по 500 монет забираю, по 100, по 250. Очищаю полностью для того, чтобы поскорее бы забрать своего Гейла. 26 уровень. Ну вот у меня квесты, которые еще не прошел, но стоит пройти. И я, давайте, наверное, очки силы. Я, скорее всего, дам. Добавляю на Фрэнка очки силы 100 монет. Отлично, 490, осталось чуть-чуть, прокачаем кровавый ящик. Три предмета, но бывает с трех предметов что-то тоже выпадает. Да, у Мишани была такая история, что он... А, ничего, ничего, а там, оказывается, кто-то и попался. Нам еще пройти, получается, 27, 28, 29 и переходим на 30 и забираем своего Гейла. Наконец-то 27 уровень и давайте дадим очки силы и, скорее всего, это будет Фрэнк. Почему Фрэнк? Потому что хочу его по максималочке прокачать. И он у меня ближе всего находится к 9 уровню. Еще чуть-чуть монет заработает, там 1250. И у меня Фрэнк будет прокачанный на фулл. Фрэнк зарабатывает свои плюс 50 очков силы. Максималка 550 из 550. 28 уровень. И у меня тут 200 монет и ящик. Какой же первый открыть? Забрать монеты либо ящик? Я сам еще толком не знаю, но забираем монеты. Ну, посмотрим, что даст мне ящик. Два предмета, 12 золота, очки силы, Джесси. Ну, совсем скромно. Остается 29 уровень. А может быть, просто попробовать задонатить и перейти. А может быть, сыграть и заработать своими силами. Я еще толком не знаю. Мне остается, ребята, чуть-чуть прокачать моего Пока. В квесте есть такое задание, где там дается дофигища. Вот одна вот эта победа, и она мне даст просто крутейший результат. Давайте, ребята, сыграем и посмотрим. И посмотрим, что у нас с этого получится. Продержаться как можно дольше на этом круге и выиграть. Давай, Пока. Мансу, нет, прибили меня. 34%, 35-37, мы круто играем, Пока тут неплохо тащит, ну, блин, ну, Пока у меня не сильно прокачаны, поэтому тут ребята не совсем такие сильные, и мне довольно легко играть с моими 8000 кубками, то есть я себя ощущаю довольно спокойно и комфортно, уничтожает, 54-45, вот такое у нас идет разделение. Папа не идет, блин, забрызгал, я иду по этому, а нет, живой, на тебе здоровечко, нет, я ульту пока не буду воспользоваться, на, лечитесь и получайте дюндюлей, 60-62, идем в ров, практически я тут стою, набиваю нам баллы, идет Барли, держи, Барли боится, еще чуть-чуть осталось продержаться.
Ну уже, отлично, стоим. Да заходи, Коль, что ты не стоишь? Нам чем больше, тем лучше. Мне надо выиграть эту катку, иначе я не получу свои монеты. Отлично, я зарабатываю. А сейчас посмотрим, сколько. Зверюга самый сильный у нас боец. Пока у меня зарабатывает 12 ранг. 250 монет. Неплохо. Отлично, я очень рад. И сейчас будет самое интересное. Открываем, забираем. И 3 предмета, 95 золота. На бис зарабатываем. Пенни, очки силы и ничего. Забираем наш ящик 29 уровня. На левый глаз нажимаю и 2 предмета, 64 золота. Тара зарабатывает свое добро. Ничего. Вот тут самое главное и интересное осталось. Я думаю, почему. У меня, в принципе, все квесты я прошел. Остался только вот этот, который начнется там через пару дней. Я думаю, может быть, все же мне задонатить 30 гемов, которых у меня вообще нет. Я доначу гемы. Заходит ко мне, у меня 44 гема. Покупаем. И, ребята, давайте. Что у нас там происходит? Давай, забираем. Да, я согласен. Вау, у меня теперь есть гел. Осталось его только забрать. Сделаю обязательно скриншот и выставлю у себя в Инстаграме, ребята. Также подписывайтесь на наш Инстаграм и пишите свои добрые комментарии на ящик. Открывается. 5 предметов, 4 ничего. Так, Эмс получает, Джеки получает, Динамайк получает, Пэм получает и что-то желтое, может быть, гемы. Нет, умножение на 2. Тоже неплохо, ну хотелось лучше, а самое лучшее это гел! Гел, красавчик гел, хроматический боец, один из одного. Красава, и теперь мы сейчас его прокачаем и посмотрим, как он будет сражаться на нулевой силе. Получаю свой гел, забирая красавчика своего дедушку, Деда Мороза, который отлично закидывает снежками. Начинается наша катка, я играю, ребята, в свою из любимых каток. Так, на арене со мной играют Барли, Дэрил и Гейл. Классная команда, посмотри, как он круто тащит. А 0 кубков у меня еще там. Дэрил пошел на... Кого? На Рика? На Рика пошел. Так, я занимаю центр круга, центр арены. Кружусь, и мне кажется, довольно легко и просто им играть. Вот ульта есть, смотри. Я только пульнул, я его откинул, нанес ему урон. И еще сам. Сам я ушел назад. То есть, это такое, в принципе, безопасное расстояние, когда кто-то тебе, ну, не может просто нанести урона. Так, вот, класс, я их этих ребят просто морожу. Мы с Барли тут классно тимимся. Хорошо у нас получается, он закидывает, я их морожу, отталкиваю. Надержи, да тут даже слепой попадет, ты посмотри, как получается. У него такая здоровая вот эта фишка, как он стреляет, 83-9. Да мы тут на изи почти в сухую выигрываем. Да давай мочи, а ульта пошла. Да на, реально, если я бы так сказал, на метра 2-1.5 точно, если так в реальности относит нашего Гейла. Круто, класс, я рад, Гейл мой, ребята. Подписывайся на канал Мишань 2.0, заходи в наш клуб, который называется Папаня. И до новых встреч, дальше будет интереснее. Спасибо, бро, пока.